Бэм. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Radiant team pick. И снова здравствуйте все. У нас тут как-то молниеносно началась next катка. И по такому случаю, я думаю, надо бы и нам тоже стартануть. У нас драфты. Драфты второй карты CDC против King Gaming Luminous. На первой карте ничего не смогли сделать против Алхимика. Да и здесь они его не банят, кстати. Что интересно, не Вайдай, который их размотал, не Алхимика, они решили не банить. Поэтому в целом CDC вполне могут себе просто взять и повторить свой подвиг прошлой карты. Хотя здесь как и банить не любят товарищ китайцы, так и пикать одно и то же несколько раз. Здравствуйте. Юзали с Мираном проиграла. Хорошо, прям полегчало на душе. Чем чаще они будут проигрывать, тем легче их будут пикать. Дело не только в ней было, я бы сказала. Я знаю, но я посмотрел первые 2 минуты, и дальше уже мне не хотелось смотреть за этой командой. Ну вы сделали все, чтобы не смотреть, а да и он должен. Че, Сайленсер душит? Всех. Всех троих. Феникса и Бэйна Эмер Спирита. На коре он разваливает. На саппорте он просто может всю игру вставать глобал под ультимейт Бэйна. И герои очень приятные. Сайленсеру приятно, когда кто-то в его команде может хорошенько зайти и вырезать под глобал. В общем, просто когда глобал, чтобы какой-то спел законтрить, ну, это здорово, но круче, когда можно под глобал зайти и кого-то убить. Когда даже отбивать ничего не надо, просто помешай Бэйну сейвить тиммейтов сном. И? Нужно теперь как-то добраться до Сайленсера, но все три героя не очень хотят идти вперед, пока не увидят Никса с Сайсона, поэтому можно уже думать о том, как КГЛ выходит в лейт, собирает блокинг-бары, и на блокинг-барах они что-то будут делать. Ну, блокинг-бары — это круто, да. На лотусах, потому что сейчас я не вижу мидгейма, от слова совсем. Я вижу, как они не могут бить вышки, не могут забрать Рошана. Ну, разве что они линии могут выиграть, наверное, это единственное, что они могут. И вот Драгонайт в корне меняет ситуацию. Давненько мы его не видели, что-то раньше ни катки без него, а здесь вот что-то игнорировали его. King Gaming решили с козырей зайти. Ну да, он идет вперед, он впитывает урон. Если соберет Блокинг Бар, он будет посылать Войд Спирита какое-то время. Ну, он решает какие-то проблемы. Да, он может просто начать драку. И заставить Сайленсера поражать глобал. В защитных целях. Я, честно говоря, вижу вот этот раздрафт, я сразу хочу лес Ларка прямо с нулевой. Он и чейны сбрасывает, и всякие дебафы сбрасывает вообще на изи. И под глобалом хорошо режет на пару свой спирит. И на линии у него регина нормально. Он здесь прям расщепляет одних и вторых. Интересно, что здесь будет Сайленсер из себя представлять? Мистер Кастуй Глобал? Ну, мистер Кастуй Глобал с фонтана? Или мистер воевать, убивать? Ну, пока каких-то предпосылок делать его кором нет, поскольку Драгонайт в Блокинг Баре становится слишком большой проблемой для Сайленсера. Рассчитывать на там 50 минут, когда БКБ будет 5 секунд, не стоит. И с вышками у CDC тоже проблема, они тоже вышки не могут бить. Поэтому я за Сларка. Но это будет. Слишком много магии там и там. Но когда слишком много магии, хорошо себя чувствует Никс и Сайленсер. Один моноберн по КД, второй глобал дэн.
На самом деле, я так думаю, что здесь действительно может оказаться снова алхимик такими темпами. Ничего это. Ага, и опять макаку забанили. В прошлый раз это был last ban, и сейчас last ban. Хотя... Он в мид заходит. Это уже намек, что в миде 100% будет Аргонат или Эмбер. А он одного и второго закрывает. Ну, в целом это было логично. Кто-то из них должен был стоять мид. Итак. Но вообще, я так думаю, что это просто как сигнатурочка Ами закрывалась бы. XM точно на вайде будет играть. Он не всегда успешно, но на этом вайде разваливает. Я так смотрю. И здесь, я думаю, что он тоже никому бы не отдал. Хотя... Ну, вообще, у Амы много сигнатурочек так-то, поэтому он и алхимики может сыграть, и на МК, и, там, и на тролли. У него там много героев, которыми он хорошо играл, поэтому... А сигнатурочек бы я не отталкивался. Если у человека там в пуле 10 героев хороших, которыми он отлично играет, то банить ему одного, когда останется 9, глупо. Нужно банить уже, исходя из того, что опасно для пика. Я все еще считаю, что какой-то Сларк, Фантом Лансер просто разваливает КГЛ. Причем вообще без шансов. И нужно просто вырезать по глобалу кого-то. Это медведь. Нормально, медведь тоже режет. Он тоже вырезает. У него имеется бурст. Ну... Лейте, правда, ему неприятно играть против этих героев. Там слишком много замедлений и всего того, что будет напрягать, улетать, но имхо ставка сделана на мидгейм. Да. В мидгейме появился... Самое главное, ультбейна не ловить, когда ульты нет. Да, в мидгейме появился и тавер дэмэдж в виде пугны. Не самый сильный тавер дэмэдж, но хоть что-то. И Мишка прям на темпе обязан завозить. То есть по кулдауну Рошаны. И, возможно, даже назовет драку. За глобал он может врезать спокойно кого угодно, эти герои, кроме ДК. Хотя при определенных артефактах он ДК завезет. Так, а вот Люминус, наоборот, сделали ставку на лейт. Ну да, Лансер. Лансер пока крут, а у нее очень мало. Ну вот убираем вот спирит из уравнения, и что там у нас? Импейл и Бласт Пугны. Все. При этом он собирает манту, режет Лансера. Урсевичу сложно найти настоящего. Если там на него набегает 10 иллюзий, то попробуй еще разберись в поиску. И сверху мне... Вот пик теперь стал нравиться все больше и больше после пика ДК и Лансера. Снизу ребята на счетчике, они обязаны по-быстрому заканчивать игру, иначе Лансер засолит. Ну, может, раз они еще... так раздрафтились, то я думаю, на это и был расчет. Я, правда, Last Ban не рассмотрела, что они там убирали, раз Фантом Лансер остался. А хотя я альтабнусь на стрим посмотрю, хотя там 5 минут задержки, пока я узнаю, мне уже будет неинтересно. Да. Жаль. Ну, просто интересно. Вообще, драфт из минусов для Люминус, мне кажется, довольно жадный. То есть, кто-то из этих троих слишком должен будет ходить либо без шмоток, либо им всем хана, потому что они... И это такой момент, что... Вот они... Кто у них все сложно, напомни мне? UAQ или... Как? Сейчас узнаю. Надо... Я не особо интересовалась этой информацией. У них тройка вообще к Сяофу заявлена. А, ну, в общем... В общем, я так понимаю, если бы Эмбер пришел четверкой вниз, а там был бы МК, то Эмбер был бы абсолютно бесполезен. Ну, что он сделает МК как саппорт? Ничего, он просто будет стоять и смотреть на МК. Но ситуация не сильно изменилась, потому что вместо МК приходит медведь, и медведь он в целом тоже опасен для мечников, поэтому медведь он особо и не похоразит. Эмбер четверка — это то, что меня смущает. Не знаю, у меня весь турнир смущает, последние две недели он меня смущает. Все игры, которые мы с тобой комментировали, он мало чего полезного делал, даже если он бегал там 5-0. Мне кажется, вы слишком много смущаетесь. Я не люблю таких героев, которые меня смущают. И первый в моем списке — это Мирана, а вторая — Эмбер. Вот. Горят они в аду оба. Они просто руинят людям катки. Которые почему-то их берут, непонятно почему, и пока они не показывают того максимума, который показывают саппорт оппонента. Ну, давай сейчас увидим, как это будет работать, потому что пока у меня какие-то странные опасения по поводу распределения ролей у команды King Gaming Luminous, потому что ДК все-таки мид. Нормально. Вот просто Феникс. Я посмотрела в Ликвидпедии. Единственный никнейм, который совпадает с Ликвидпедией и написан здесь, это Ксиафу. И он заявлен как тройка. И из всех этих персонажей, мне кажется, менее всех достоин тройки Феникс. Хотя Эмбер... Вот Эмбер с сапогом, да, это, видимо, действительно четверка. Надежда умирает последней. Mm.
Ну, Эмберу будет тяжко. Он приходит на линию Курси. То есть, что он сделает Урси? Как саппорт, наверное. Ну, может попробовать крип вывести. Но Сайленсер может хотя бы точковать Феникса и хорошенько накидывать. А Эмбер просто стоит и смотрит. Говорит, здорово, я четверка. Чего я не делаю? Да, так обычно и происходит. Потом он просто убегает, говорит, о, круто, я побежал развлекаться по карте. Феникс там, стой, Ванкс 2. И хорошо, что это Феникс. Да, хорошо, что это Феникс, смотри. Вот он фисты нажал, вообще ничего не изменилось. Урса и Сайленсер не почувствовали. Ну, он испугал. Я думаю, это было моральное давление. Испугал. И Урса прикликал на... Как же Урсе страшно. Она взяла баунти руну и просто ушла на ноге. Боже мой. Короче, Эмбер должен проиграть. Не знаю, я уже вижу, что он делает. Он должен проиграть эту игру, как и Мирана. А, точнее, это Мирана с прошлой игры? Да. О, молодой. Я так понимаю, он уже уволен, да? Ну, мы ищем новую четверку, мне кажется. КГЛ уже пишет. Ну, у них будет время, да. Потому что если они проиграют 2-0, то они вылетают вообще с квалификации. Так что время на поиск новой четверки будет. И знаешь, такие четверки, которые любят там мобильность, чтобы их не убивали, чтобы они летали. И им-то хорошо, но вот команде их нехорошо от того, что у них четверка просто не умирает, но при этом ничего не делает. Бездействие тоже наказуемо, да. Поэтому, да, единственное, что ему на этой линии делать, это выводить крипов. Это единственное его полезное действие, которое он может сделать. Ну, ладно, там на карде довольно вообще интересно все это дело будет складываться. Как вообще Феникс Тройка себя будет ощущать. Пока, видимо, он борется против Урса пирожками. Закидал, кстати. Ну, неплохо подгорел Урсу. Пока. Там вообще пирожок остался. Выводит крипов, смотри. Все правильно делает. Выводит крипов на нейтралов. Все. Вывел крипов на нейтралов, а Сайленсера нужно бить Феникса. Сайленсер прогоняет Феникса, Урса забирает нейтралов и Феникса. Fire Spirit'ов нет, да. Хорошо. Урс молодец. Обычно, когда... Эмбер вообще красавчик. Он такой выпилил крипов. Говорит, ой, хорошо, я пофармлю сейчас. И его планер такой летает на Феникса. Говорит, а где крипы? А что мне делать? Чем заниматься? Он понюхал экспус кентавров. А, еще вот, смотри, теряются крипы под вышкой, которые никто не фармит. И Рэнджа. Ну, не, Рэнджа молодец, зафармил. Возможно, просто мы снова столкнулись с командой, которая не пользуется этим спиком. Бывает у нас. Не знаю, короче, большого импакта я от этого пула Эмбера не увидел, потому что крипы один черт возвращаются на линию, где они изначально были. Урса топ-1 Этерс на карте, и Феникс последний по Этерсу. Вот к чему привели действия Эмбера. Тут замес с Сайленсером. Кто кого, смотри. Кто кого? 80, 8 инты, 9 инты. Давай, Сайленсер, мочи его, мочи бесполезного, хорош. Он даже перебил его. Дмитрий, я вам советую отвлечься на другие линии, потому что здесь количество яда, которое выливается из вашего рта, уже начинает зашкаливать. Я уже затоплена оказалась. Только мед выходит из моего рта. Я говорю людям правду. Скажите правду, давайте про, допустим, ДК. Вот он тоже по крипам отстает. Про ДК, что ему пофиг? Он стоит против Void Spirit, ему просто пофиг на все, так что с ним происходит. Так он и крипов не фармит, ему на крипов пофиг? Нет, ему пофиг на все, что делает Void Spirit. Если он не умеет добивать крипов с топориком, значит, значит, King Gaming нужно искать и мидера. Не только четверку, но и мидера. Понял. Что, стоит с топориком, все, против Void Spirit стоишь, добиваешься крипов. Короче, я поняла, третья вот. Карта не будет, у нас дисбанд. Да. Так и есть. Курица! О, какой я полезный, думаю, Эмбер. Курицу убил. Ну, она так-то до хозяина не доехала. Бегает тут 2 минуты. Он не стилит экспу. Он вообще ничего не делает. Он не стилит экспу. Он вывел крипов так, что Феникс вообще ничего не делает. Мы не смотрим на эту линию. Вот вы настолько сильно зашли с ядом, что мы первую кровь пропустили за вас. Дмитрий, это вы пропустили, Дарья. Нет, вы так заговорили, что я не смогла из слова вставить. Все. Я могу замолчать. Да? Нет, я планирую, чтобы вы говорили что-нибудь про другие линии, например. Так я сказал, ты мне сказал, скажи что-нибудь про ДК, говорю, ему пофиг. На а потом вернулись обратно вот в Эмбер. Так, кстати, Эмбер привязал тут. Ох, Сайленс, правда, висит на Фениксе, он ничего не может сделать. Это значит, ты не умеешь играть линии, про которые нужно что-то рассказать, потому что снизу линии интересные. А я хотел по очереди. Снизу можно развалить. Снизу Пугневич с Никсевичем могут убить Бэйна, причем на изи. Несмотря на то, что Бэйн плотный суппорт. Ну вот на нем первую кровь и сделали. У них есть Базиль, это важно. У них есть Орбофеном, на них с Ассасине, это тоже важно.
Угна хорошо тычкуется, а Мишка погиб. Соло для Эмберспирита. Ну вот. Размотал. Польза. Да. Ну ты мне сказала не говорить про эту линию, поэтому перемещайся вниз. Так, я говорю хороший. Вот. Так я тоже только хороший говорю. Ну вот, перемещаемся вниз. Внизу у нас Фантом Лансер, у него четвертый левел. И в планах вот что-то вот это вот колечко, которое там лежит, это что у него будет? Это там типа худ или что он хочет? Кого? Что у него там в планах у Лансера? У лансера худ, да. Ну, да. Против магии все лансеры собирают худ сейчас. Ну вот. Не БКБш ему варить, правильно? Чтобы Урса видел настоящего. Подушка нормально добивает, но сейчас линия будет толкаться. Отпулить на большой кемп нельзя. Сейчас там война наверху будет из-за баунтосов, наверное? Нет, как-то не стал Эмбер воевать, он просто пошел на обгон. На свою вторую рунку. И что, получается у нас, кажется, CDC 3 рунки забирают, или мне показалось? Бэйну было бы круто запулить, но запулить нет. Он не может. Никс сделал бодиблок. Сделал бодиблок, нашел Бэйна, и лансер остается на линии в неприятной позиции под вышкой противника, куда приходит Никс и может мочить. Но Никс не хочет мочить нижнюю линию. Что-то Урс далеко ушел, и мне кажется, здесь для него похоронная сейчас подъедет. Да. Уже выехали за ним. Хотя Клэп не помогает уйти. Нормально все, пока что живет. Сайленсер решил продать себя в обмен на жизнь Урсы, но Урсы не заинтересован. Ну, хочет еще подраться. Не, мать, тебе показалось. Сайленсер просто пришел, надавал двоим, и они убежали. Да? Да. Бывает. У меня зрение плохое. Так, что тут у нас? Джеймс выходит на тропу войны. Возможно, сейчас как гонгонет. Как, гонгонет, Никс, если он точно вот ты мне запрещаешь говорить, но я скажу все-таки, что Никс, он вот так вот бегает туда-сюда уже, наверное, 2 минуты. И он никак не может определиться, что ему прийти на центр или вниз. Могу ему найти цель. В центре ДК я сказал с нулевой, что ему пофиг вообще на этого Войт Спирита. Ему на все пофиг. Он стоит, у него Драгон Блуд тройку. Все, можно забыть про него. То есть единственная линия, где Никс может себя реализовать, это либо низ против лансера, либо вверх. При этом не обязательно убивать, можно хотя бы там бить его с руки, кидать станчики, чтобы он крипов не набивал, но делать хоть что-то. А вот сейчас Урса пока... уже умирает точно, но он с собой в могилу унес тройку команды Gaming Luminous. Ну, если что, я на эту линию не смотрю. Вот снизу. Никс наконец-то начинает быть полезным, стамп по двоим хорош. И моноберн, красавчик. И вот стоял бы он тут 2 минуты и продолжал бы вот так вот напрягать, лансер бы вообще ничего не парнил. А так лансер нафармил себе фласочку, рингов хелс, рингов реджин, и очень скоро будет худ. Вот когда у него будет худ, уже душить его будет проблематично. Так. У нас там сейчас будет продолжаться месиво внизу. Так, сон и сваливать. Здорово. Хорошо, здорово, хорошо. Эксперт. А Пэл такой, лансер а мне что делать? Да. Куда это ты улетел, друг мой? Неловко получилось. Да, сейчас приходит сюда к Сяофу на помощь. И есть шанс выжить у Пэла, но не очень большой, потому что на нем декрип висит. Хотя он погнался за Пугневичем, но там шансов убить его было ноль. И Феникса можно убить. И как-то докапать. Смотри, сейчас первая. Смотри, первая сейчас. Дабл килл. Это, кстати, вот Мишка, на которому ДК, к сожалению, не пофиг. И вот Мишка с ним разобрался. Хорош. Ну, так-то очень хорошо здесь пришел XM, поднял денег, и втроем пришли, втроем фиданули. Вот. И это все даже, ну, без, да, участия Бэйна. Бэйн оказался самый мудрый, он вовремя ушел. Ну, вот теперь это нечего делать миди против ДК, это просто потеря времени. Если они просто будут стоять, то на блокинг-баре Драгонайт объяснит его спирит и всей его команде. А так он спокойно приходит наверх, убивает, например, Амбера, который еще не взял шестой, или приходит вниз, убивает Бэйна и лансера. Он молодец, он бегает, то, что и надо делать. Так, Эмбер. Напали. И, кажется, все. Гвалтуют. Просто гвалтуют. Бесполезный умер. Да. Бесполезный погиб. Минус инта. Да. Минус инта, да. 3К преимущество уже нормально для 8. Ну, я умею выбирать катки, вы же знаете. Ты мать учишься. Да. Мое уважение. И... Какие-то предпосылки есть хорошие для рейдинг? Что они могут сделать? Мне кажется, фармить это все, что у них есть, но ПЛ пока... Для начала, я думаю, надо купить сапог Драгон на этого. Потому что приходит Пугна, и он чувствует боль. Так, ну пока ДК отходит. На нем висит Дискорд, а чей это Дискорд, кстати, Пугна, что ли, собрал? Да, 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 собрал. И вот получается, XM, вообще XM так стелит эти ремнанты, прям сглядение. Все время попадаются люди, и все это дело даже без Юла. И здесь он даже подзабил на Юла, он решил просто это делать с Аганимом.
И так на своем скеле и вытаскивает. Да, в принципе, тут и можно пацан на импейл как-нибудь подцепить. Вот, еще один ремнант, еще одного присосал Эмбер. Эмбер должен уйти в размен. Нужно чуть-чуть дэмэджа по нему. Тычечка. Но XM очень больно получил от Тавра, кажется, пожадничал. И это стики будет есть. Минус жизнь, да? Есть стики, мать. 10 стиков, жми. И есть третий спел, очень скоро будет, смотрю. Опа. Да. Опа. А, он решил... Ну, третий спел есть еще. Ну, там Пугну уже помог. Подходит Сайленсеру. Сайленсер, кстати, глобал все это время был. Просто он его не жал. И сейчас он без маны остался, так что глобала не будет. Приходит ДК. Доест кого-нибудь? Ну, Джеймса, наверное, доест. Хотя еще ремнант. Еще побороться. Нет. Кроссфайр. Бум. Ну все, плюс деньги. Вот. В общем, Вейл — это проблема для Драгонайта уже. Вот с Вейлом Драгонайта уже не пофиг. Намного. То есть Пугневич его лайфдрейном хорошо пробивает, и его спирит начинает хорошенько подамаживать. И вот против быстрого Вейла Драгонайта уже начинаются проблемы, как у всей его команды. Теперь вот спириту желательно бегать с Пугной, чтобы этот Вейл максимально реализовывался. Тогда Пугну увеличивает и свой урон, и урон Войт Спирита, и они могут по КД убивать кого угодно. Прям суперсильная комба там у Войт Спирита. 4 спыла, и Вейл хорошенько бафает. Летает на центр Ник, что-то у них тут какой-то туз-туз и чмиди. Ну, они сами просто суются, да. На самом деле, пока там драка тысячи лет была, Вейл-то немного поднялся по фарму, хотя по третье место теперь занимает и продолжает выбивать лесные шмотки. Он уже достал Аркинвинг, еще и сердце океана достал. И будет делать диффуза, может даже и драка какая с диффузами. Ну, Вейл поднялся, но здесь нужно сейчас просто меситься. Под Вейлом они суперсильные, у них слишком много магического урона. Они прям вот видят ДК, приходят четвером, магия. И развалили. Драгонет говорит пока, да. И это будет с каждым. Так, и так, тут проблемы у Эмбера небольшие с хпшкой. Есть бласт, но он идет в тавр только. XM вообще ни на что не обращает внимания и букует. Там сколько инты... А, что-то как-то убивает, а у Сайленсера только 6 инты украдены. Ну ладно. Будем смотреть за развитием событий. Глобал. Нажал. Глобал, а кого убивает? Убивает Лансера. Лансера можно еще попробовать убить. У него через секунду будет допель, и он должен свалить вроде как. У Бэйна ульты нет, он ее потратил только что, судя по кулдауну. Но и Урсевич до сих пор со своим ультимейтом ходит. То есть бояться ему особо нечего. Интересно, кстати, уважаемые. И развитие не получилось. Причем, я думал, они сразу бегут, а Сайленсер начал бить Серкилл. И Урсевич загуливает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько фида на ровном месте. Да. Ну, сами ну, это типа, ну, это типа забей, он бегает один уже, вот здесь вот бегает Урса, один вот здесь бегает. Я, конечно, все понимаю, это Урса, но это он зачем обнаглел. Руинить? Зачем руинить, да. Беги с командой, а не один бегай. Но это первая предпосылка на камбэк, если Урса будет руинить вот так вот откровенно. Потому что она собирает БФ, она же собирает не вещи, не чтобы убивать, она собирает БФ. Он бегает и пытается убивать людей с персиком. Что должно быть у человека в голове, чтобы он, собирая БФ, бегал и пытался убивать? Ну, БФ это еще пока в проекте. Я думаю, что этот БФ исключительно направлен на то, чтобы ПЛа бить и иллюзии его. И я думаю, что в связи с этим с БФом вполне себе можно будет подраться. Правда, надо сначала дофармить, это уже отдельный вопрос. Тут пока далековато до него. Так, короче, пока он фармит БФ, его команда может даже вчетвером бегать и устраивать ганги. Нужно желательно всегда иметь вард, чтобы они не дрались 4 на 5. То есть вот 4 на 4 их устраивают, 3 на 3 их устраивают. Любая драка, где их больше, их устраивает. А Урсевич, раз уж он выбрал такой пассивный вариант через Battle Fury, ему нужно фармить чутка. Так, как Сэм. Курьера подрезал. На глазах у ДК. ДК, мне кажется, немного офигел с такого. Но сделать ничего не получится. У ДК 9 левелов качано, а шмоток 0. 0. Просто 0. Нетворс. 4000 нетворса, что? Серьезно? Бедняга. Прям. Знаешь, это как типичный рыцарь с титулом, но совершенно без денег. Пугна с Вейлом разобралась. С его титулом. Да. И забрал все его, и забрал все его деньги. Да. Нет, ну титул-то его не отнять, а вот деньги, да. Без коня жизни-то и без брони нормальной. Так, у нас тут, кажется, ДК прожал форму просто, чтобы уйти. Ну, в целом, какая разница, пофармить все равно. А Алксяофу умудрился погибнуть где-то вот на топе, в районе обитания Урсы. И Урса с Никсом подзаработали на этом деньжат. Вот еще плюс шажочек к, кстати, уже довольно близкому ВФу. Осталось буквально 1000 до молоточка дофармить. И это будет все у него уже в проекте реализовано.
И Бэйн, он пока отхватывает ванпост. Ну, кстати, тут... Господи, извините. Бэйн, здорово. Здорово, Бэйн. Здоров. Бэйн. Как дела? Я нормально успел ту нажать, Эксэма, Эксэма держит, нужно его как-то еще резать. Есть глобал, отлично, жмет глобал, и фэнтези до сих пор живой. Но там его вроде как поджег уже сайленсер, поэтому должен умирать. Это минус один, и минус два должен быть к Сяофу. У него еще есть и Карус Дайв, но пока что его не жмет, только сейчас нажимает. И нова есть, нову ставит. А Урсу-то рядом нет, а яйцо бить некому. И сайленсер снова решил, что он герой тот самый, который разобьет яйцо, и снова не прокатил. Как же так? Ох, шок-контент. И дальше что будет? Подкоп. Фэнтези, минус половина хп, Урс приходит на войну. И Джеймс. Джеймс с карапасами подконтролил немного ДК. У ДК нету формы, зато здесь есть стиков, которого, наверное, нажмет когда-нибудь. Пока видим то, что Эмбер Спирит погибает. От него здесь ничего не добились его тиммейты. И катается как может Феникс. Феникс, кстати, довольно много дэмэджа суммарно нанес. Правда, толку от этого тоже не так много. И что ж, по итогу файт хороший для CDC. Потеряли только сайленсера, все. Ну и кучу времени. Ну, байбек развели Бэйн, тоже хорошо. И Эмбера. А, он еще и умер с байбека. Два байбека, найс. Не, ну Эмбер полезен. Очевидно. Смотри, лайт ему. Парни, все хорошо. Мишка почти дофармил БФ. Сейчас начнет работать иллюзия. Драгонайз с формой. Его все равно хотят убить. Медведь такой бежит. Да, в последний момент забил. Дождаться нужно глобал. Тут заметил, очень круто сайленсер сделал. Он, короче, увидел ремнант Эмбера. Он не стал сразу кастовать глобал. Он дождался, когда... Ну, Бэйн все это время кастовал глобал, ему было пофиг. Он дождался, когда Эмбер влетит в замес. И в последнюю секунду, когда он вот только-только взлетает, сразу нажал на глобал, Эмбера моментально шотнули. Эмбер, видимо, сгорел с этого и сделал байбек и умер еще раз. Бывает. Бывает. Все мы иногда сгораем. Так, ну у него 7-й левел, он пытается выйти в Spirit Vessel. Эта история будет довольно долгая. Так, а тут пока попытка убить Пугну. Пугна живет, но не хватает ресурсов для этого выживания. И все-таки свистом сбривает его Эмбер Спирит. И где-то там еще погибает Бэйн. Бэйн достался сайленсеру, сайленсер рад, у него еще плюс винта. 8 минты. Активный сайленсер. И вот и БФ прилетел. Ну все, на самом деле, с БФ можно вот, и пофармить параллельно, и подраться неплохо. И вот видим то, что крипы рассыпаются только так. Они уже боятся. Они уже в ужасе. 7 тысяч преимущества. Тут уже алхимиков никаких нет, так что это просто чистый факт. И что по поводу ПЛ? Он все это время пытается себе диффуза нафармить. В целом, вроде как практически успешно. Уже большая часть есть. Так что может с диффузами он подключится и как-то поуспешнее тоже. Пока душа под вышкой. Помощи ноль, он погиб. Ноль помощи. Да. Рассыпается просто пока по карте. То есть им нужно затерпеть, но против Спирта так тяжело терпеть, а здесь еще и Никс бегает по карте всю игру. Везде нужно ставить центры, везде нужно держать в голове, что ворвется свой Спирит с огромного ранжа, поставит даст тылу, поставит ремнант. Никуда не денешься. И пока в терпении у КГЛ проблемы. Их очень хорошо ловят по карте, они слишком часто поставляются. Бэйн без тапка вол, 17 минут, прикинь, без тапка парень. Косарь Нетворса. И, да. Видимо, самое дорогое вложение — это палочка, выручалочка, которая лежит у него. Так, Сяофу попался, Айкаруса-то нет, а что ж так, не завезли. И Фэнтези тоже попытается убежать на своих лапках. У него много лапок, правда, все без собака. И поэтому убежать тоже не выходит. На самом деле... сейчас была... Ну, да. Тут должны убить. Конечно, может пытаться уйти, но тут без шансов. В общем, у Бэйна сейчас была дилемма. Дать сон Феникса, чтобы тот пытался дать, скастовать яйцо. Либо дать сон Сайленсера, чтобы тот не скастовал глобал. Кого не дать слип, в любом случае, там вообще без вариантов. В итоге он дал сон в Сайленсера и все равно без слип. Ну, как ты сказал, все равно без вариантов. Так что да, не важно. Темп, они хорошо играют темп. Там, конечно, где-то буксуют, но они прям быстренько так все делают, нападают и контестят Рошана. То есть Лансер был бы рад залить Соляры, но у него супер бедный ДК. Бэйн без сапога. Эмбер на четверке. И кто еще? И Феникс, у которого вообще нет денег. То есть он просто один будет против всех. А толпой они его точно запинают. Типичная история первый... для первой позиции. Да. Первые 30 минут его будет Вейт Спирит напрягать со своими ОЕшками. А уже потом Урсевич на слотах с БФом разберется.
Ну, бывает такое, то, что просто игра 4 плюс 1 превратилась в 1x9 для лансера. И да. Здесь он пока с диффузами, но вот слишком долгий путь у него до каких-то более таких весомых артефактов. И видим то, что и Башер хочет собрать, это, конечно, все позитивно. Вопрос только, почему именно Башер, видимо, хочет пытаться Вайда контролить сам. Ну, Башер вообще уважаемая вещь. Больше, я думаю, он думает об Эбисселе, чтобы он мог прям врываться с Эбисселом. Это такая альтернатива блинка. Раньше же все урсы собирали блинк, да. Ну, чтобы добраться до оппонента. А потом, когда изменили Башер, урсы все стали собирать блин, Башер. И он потом градился в Эбисселе, и урса таким образом могла легко врываться и инициировать. Сейчас вот они такие увидели урсы, такие думают, не, ну ее нафиг. Но их видит Сайленсер. И надо бежать. Уходим, парни. Пытаются уходить. Так, пока что не выходит. Эмбер под сайленсом, глобал, не дали ему никуда отойти. И это будет минус ПЛ, потому что его тоже разматывают следом. Некому просто танкануть. ДК приходит сюда. И пока что его приедает Пугна всеми своими силами. Это даблкил от Пугна, минус 3 общей сложности. Но я бы ГГ писал, действительно. Просто ну, 0 из 0 шансов. Да. Просто 0. На темпичах. Чисто на темпичах. Тут... Сайленсер скелится. 16 урона уже есть. Ну, я сейчас Shadow Blade соберу, будет сурки бить. Да, он там еще много крадет в файте, так что работает на ура. Да. Ну, просто он уже Феникс обогнал по нетворсу, и очень скоро обгонит ДК. И учитывая, что у ДК буткимбаром и не пахнет, там сайленсер сурки будет скоро дамажить круче Драгонайта. За счет глэвов. Видишь, вот он Аме. Ну, вроде бы забанили там кого. Какую-то сигнатурку, да, а вот он на урсе бегает, он на ней тоже хорошо играет. Загуливает, правда, иногда, но... Ну, Ами настолько опытный нужно... чел, что там у него миллиард сигнатурок, ему вообще плевать. Да, он понимает, что ему нужно просто идти и впитывать. А пока он впитывает, его команда разбирается. Так, ну что, и видим то, что с Аегисом, судя по всему, еще можно будет попытаться побороться дальше. То есть навязать какую-то еще драку, плюс некоторые проблемы есть. Ого, ого, сейчас заберут его, сейчас заберут. Но сайленсер выходит из-под файта, но нет, опять яйцо судьбы его настигло. Знаешь, вот я замечаю, сайленсер все время погибает от яиц. Мне кажется, это не его. Так, Джеймс, минус, XM. Пытается размотать теперь один троих ли, или будет уходить отсюда. Как-то Урса все время в стороне файта был, не участвовал в нем. Где он был-то? Что он делал? Надо просто уйти, он там спал во сне. Надо просто уйти. Так, нет, решили развернуться и размотать лансера. Кстати, это почти получилось. Он уходит пока что, но не уйдет никуда ДК. Если кто-нибудь попытается вот запустить, никто не хочет этого делать, все его бросили. Хотят лансера добить, лансер добивается, и Эмбер повесил сетку на Пугну. И это было для того, чтобы спасти Бэйна попытаться. Ну, чтобы он не хотел, там ничего не получилось. Рейдианту нужно было просто уйти, потому что они, по сути, дрались, пока Урса стояла во сне. Весь замес. Так понимаю, Бэйн ее еще держал в финсгриппе. Войд спирта в драке вообще не было. То есть, когда подошел Войд и Урса, они сейчас настолько сильные, что по идее они могут даже 3 в 5 разобраться. Урса сильный 18 левела, Войд спирит сильный, которого огоним и ИУ. И Рэдиан там, я не знаю, что им нужно сделать, чтобы выиграть драку, когда CDC будут вот, драться 5 на 5. Там почти нереально. Там должна быть какая-то фантастика из серии Фениксу нужно Санреем 4 уровня дамажить по всем, потом поставить яйцо, на всех развесить Файр Спиритов. Драгонайт обязан в этот момент бить сплэшем по всем, и то не факт, что им хватит урона бить всех. И то не факт. Феникс попался, и подкопчик есть под слив, хороший, XM. Никто особо не старается его добивать, поэтому спокойно улетает. Хотя что-то решил круг намотать, хорошо, что он не продолжил воевать с ним. Так, поджигается тавр, хотя можно было уже и на Т3 оставить Метюрхаммер, но судя по тому, что происходит, они не хотят пока на Т3. Сейвовые парни. Так, а что по поводу Урса? У него там к бэфу уже башер прибавился, супер башер в пути. Он будет прыгать на людей и башить их. Что насчет Эксема? У него аганим есть. И опять хочет Сашу Каю собирать, как и в прошлой игре, в принципе. Такое ощущение, что кроме XM вообще никто так не собирает Void Spirit. Вообще, идеальный айтем, и мне кажется, достойно. Идеальный айтем, когда нет блокинг-баров. Вот зачастую в мидгейме появляется блокинг-бар, это артефакт не так много импакта, а сейчас блокинг-барами здесь даже не пахнет. Драгонайт бедный, лансер БКБ собирать не будет, он реально с
Magic Amplification по команду бьют. Ну что теперь будет? Попытка подраться еще одна от Света. Собрались вроде как плюс-минус кучку, только когда ТДК далеко ушел. И могут сейчас и силы Света напороться на Никса. Хотя вот есть на подходе хороший сентрячок, который спалит его, если он подойдет. Даже, возможно, он уже спалился, пока там гулял. Также Пугна с инвизом ходит. Ходит, вроде, ищет себе смысл жизни. Но смысла нет, потому что вся команда противника спряталась. Они даже в них ХГ спрятались, хитрецы. Никс подошел, забайтил. Есть Юл. Под Юл есть уже и возможность подцепить Эмбера. И он умирает. Яйцо опять на хайграунде. Хорошие прицельные такие яйца. И даже вот мы Пугна видим, в стане стоит в БКБшке. Но дальше что делать, не очень ясно. Продолжает Феникс просто стоять и раскидывать пирожки, но не дотягиваться больше ни до кого. Да и, в принципе, может умереть, поэтому это минус 2. И богоподобие для XM. Супер башер есть. Все, пошел, пошел. Готовится врываться. Кто? ДК? Не, Мишка. Мишка? Мишка это врыватор. 2000. Обесло очень круто работает с медведем. Да, да. А еще учитывая новый клэп, который там тебе еще плюс прыжок дает, то да. Зачем платить больше, если не видно разницы? Хотя, знаешь, как-то раньше пободрее, мне кажется, собирали этот Абиссал на Урсу. То есть там первый же айтем был в Вангуард, а дальше рукой было подать на Абиссала. Вот, а сейчас вот БФ, еще какие-то прелюдии у него начались, но... Видимо, боялся все-таки что-то там, что сможет Лансер сделать, то сейчас нет, мы видим... Нет, просто надежность против Лансера, да, потому что Лансер реально может убить ИСПИК. Если не будет Урса с БФом, то Лансер может убить всех просто. Другое дело, что у Лансера 9100, а там у трех коров больше десятки. Урса вообще 14, поэтому... С БФом он вообще не оставляет Лансеру шансов. То есть вот у него есть БФ, он видит Лансера, какие-то иллюзии, он моментально вырубает. Там БФ здесь хороший. Феникс без палева прошелся. Они что-то все... Это... Гуляют. Проветриться решили. Но Феникс уже нашелся. Я так думаю, что намек ПЛ понял, ему надо уходить. Да, смотри, упали красавчик. Он понял, что нужно идти дальше, правда, ошибся. Нет, свернул не туда, свернул не туда. Успел ПЛ уйти, красавчик ПЛ. Воспользовался шансом там... Сколько было? Что он зафармил? Да, зафармил один спот. Воспользовался шансом его пофармить. И после этого ушел уже сам на другую сторону карты. Телескоп появился, смотри-ка. Телескоп. Это изучающий предмет для Пугны, мне кажется. Надо бы ему взять. Но пока не торопится. Ему и сброшка хорошо. Он как... Он человек простой. Есть первого тира, а этому он будет держать именно его. Так, и что, Эмбер? Минус. И все, это минус сторона. Возможно, даже не одна. В принципе, мужик нет, поэтому можно вообще с хайграунда никуда не уходить. Наверху немного толкает крипов, кто ПЛ. Да и бог с ним. На миде крипы никуда не деваются. Смотри, в целом они сыграли очень хорошо. То есть если не считать вот БФ на... Точнее, если не считать Амы, который пошел драться при условии, что он фармил БФ, ему нужно было просто дофармить БФ и потом куда-то идти. А лучше вообще дофармить БФ, еще купить эту шмотку и начинать драться. То в целом все остальные ребятки круто сыграли. Они прям на голову выше, чем... КГЛ. Ну, они что, тут первый день, когда мы смотрели, помнишь, они как-то так вот не показывали себя ярко, а вот стоило ему пасть лузера, как начали прям... Ну, сейчас поинтереснее, когда я согласен. И агрессия есть, и в лейт могут поиграть с алхимиком, много вариантов. Ну, знаешь, как-то вот того, что сейчас мы наблюдаем, я ждала изначально просто потому, что, ну, блин, на квалах инту эти люди, по-моему, до финала дошли, там они... С РНЖ бахали, если мне память не изменяет. И там бахали. Достойных команд, да, поубивали очень много. Или Ехом, вот не помню. Не помню. По-моему, Ехом, да, по-моему, не дошли РНЖ. Хотя они там были в шаге от инта по инвайту после эпицентра, но что-то там не срослось. Вот, и да, у них состав вроде как только усилился благодаря вот появлению Ами. Вот XM тоже видим, как он с появлением его спирита тоже раскрылся. Так, и видим то, что здесь глобал по троим. Был шанс погибнуть у Сальнисера, он не воспользовался. Подкоп есть по ДК. И пока спит сладким сном XM, его держат и никто не бьют. Да, фэнтези погибает. Яйцо никто не бьет, все забили на это яйцо. Оно просто открылось. И все. Очень лоу хп остался Пугневич. Он пока что пытается уйти и не ушел, хотя видим то, что все равно разваливается команда. King Gaming Luminous только так. Минус 5 и ГГ пишет Эмбер. Все. Хорошее продолжение дня. Мирана на четверке проиграла? Проиграла. И Эмбер Спирит тоже проиграл. Хорош. Души мечей.
Душим. Что ж, King Gaming, они у нас, получается, вылетают с этой квалификации, с чем мы их и поздравляем, потому что действительно они пока что оказались достойны этого вылета, на наш взгляд. И что у нас будет дальше? Да, без нас действительно IG Vitality и Starlock Fly начали играть, так что Easy Dodge, Дмитрий, для вас Hardlane, или какой там был? Да, Hardlane Виномансер. И, кстати, они его пикнули в первой карте, если что. И они выиграли эту карту за 18 минут, если что. У нас претензии были только лесного Виномансера. На, кто знает, лесной он не лесной тембл. Это я не могу проверить, это надо реплей смотреть. Но у нас пока будет время, потому что, как правило, между сериями перерывы довольно затяжные. И здесь у нас будет игра CDC против Typhoon EC. Тоже команда, которую нам пока еще не приходилось видеть вот на стадии квалификации. Возможно, вы, Дмитрий. Нет, вы ничего не видели, они в Wildcard не участвовали, они тоже были приглашены. Тоже замечательные парни, я надеюсь, и там тоже будет борьба на вылет. Это все у нас будет через пока еще не ясно сколько времени, как только узнаем, запустим таймер, и это все будет видно на экране. Ну а пока всем удачи, далеко не расходитесь, послушайте музыку и посмотрите рекламу.